Всем привет. Я сейчас буду оладушки печь на завтрак. Все еще спят. Рецепт я, по-моему, как-то оставляла. Оладушек. Ну, в общем, кому надо, еще оставлю в описании. Если не забуду. Постараюсь не забыть, а то я всегда, когда видео загружаю, и потом забываю в описании написать. Так, мой пальчик уже лучше. Я вижу, он уже не такой опухший. Опухоль сошла, и он не так сильно болит. Еще немножко побаливает, но не так сильно. Так, кисуня наша тут с пакетом играет. О! Ку-ку! Привет! Привет, скажи! Всем привет! Так, время у нас 10:15. Я, кстати, себе уже, видите, какие обои на часах поставила. Зимние такие. Праздничные. Вот елочка. Вот такая вот еще елочка. Вот. Ладно, буду я готовить. И завтракать. Оладушки готовы. Не будем пока садиться за стол. Подождем уже Макса, Каролину и Маргариту. Опять я кошку потеряла. Где-то она спит, наверное, на стульях. А-а, нету. Найдите, где кошка. Ты найдешь кошку? Посмотрите, как она спит. Мама, смотри, что я получила. Вот так вот спит ребенок. Добрый. Слушай, она глаза открывает. Ой, проснулись. Привет. Вот он твой поводочек. Это чей поводок? Твой? Гулять пойдем? Ну, пошли гулять пойдем. Пойдем быстрее гулять. Быстрее. Вчера еще наклеила наклейки. Но некоторые плохо клеились, вот эти вот они немножечко закрутились у края, и они не приклеиваются. Ну вот так держится, в принципе. И гирлянда здесь такая вот, звездочки. Вот. Я еще не вернула коробки с одеждой, нужно отправить. Эй, все, идем гулять, идем. Да подожди ты, стой! Стой, говорю, я не смогу так зацепить, Бонни. Это что делает, а? Бонни, стой! Бонни, я не могу так зацепить, если ты будешь дергаться. Мадам, ты что делаешь, а? Ты что делаешь? Все, я куртку надену. Вот это вот синее пальто я себе оставила вместо черного. Точно такое же, как черное, только серое. Я сказала, серое или синее? Что-то мне показалось, что я сказала синее. Вот. Ну, я зато не парюсь с шерстью, с мусором, который прилипает. Может быть, даже здесь и тоже сейчас прилипает, но его вообще не видно. А с черным я бы уже замучилась, я бы каждый раз чистила. Так, там дождик и шел, я не знаю. Бонь, там дождик был. Нет, дождика нет, а утром был дождик. Все, пошли. Да подожди. Пойдем. Все, пойду я. Каролина хочет косички расплести, тебе не жалко? А, может, еще походишь? Больно. Больно уже? Да. Все, устала? Ну, давай. Сядю я. Мамышка, мамушка. Заплетала я ее подружку тоже. Угу. Две ходили. Поэтому ты хочешь расплестись? Нет. Почему тут больно? Больно? Когда я так делаю. Чешется, да? Да. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.
truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by someone save me. Все, так оставить. Так, кудрявый. Лев, ты как лев. Грива какая, ух. Лёва. Так оставить. Угу. Маргуша в школу уходит. До 5 часов? Ты прям как студент. До 5 учишься. У меня даже нет времени, чтобы уроки делать, когда у меня до 5 школы. Да я представляю. В 5 часов у нее заканчивается школа, а автобус приезжает только в 5:30. И пока она доедет, почти в 6 часов ты уже дома. Да. В 6 часов нужно кушать, делать уроки и спать. И времени на себя вообще не хватает, да? Я никогда не съел. Почему ты не съел? Я пока не съел. Все, тогда давай. До вечера. Пока. Так, кто у нас сегодня еще уходит? Никто. Сегодня больше ни у кого нет. Они вообще не острые. Это паприка. Но яблоко Лиана. Просто здесь похоже. Икея. Здесь видишь, как острый перец. Ну да, ну это паприка. Поэтому Сани паприка. Солнечная паприка. Самый вкусный, да? Да, они очень вкусные. Такие кенгурушки. Давай быстрее обувайся, мы не успеем. Рига, она спит где хочет. Она нам сегодня спать ночью не давала. Играла. Она мне тоже никогда не дает спать. До часу ночи она играла с нами. Она теперь не хочет спать с Ксюшей, она теперь спит с нами. И, кстати, сегодня они спали вместе с Боней на нашей кровати. Мы сейчас поедем в мебельный магазин. Хочет она себе купить стол. Я хочу лоток. Да, денежку, которую она себе заработала, отложила, она хочет купить стол. Офисный или какой он, игровой? Или простой стол, да? Просто стол. Просто это стол. Офисный. Да, он большой. Больше, чем у нее там сейчас стоит, вот этот компьютерный. И она хочет этот убрать и поставить. Там тумбочки две, наконец-то. Две тумбочки, самое главное. У нас мало времени, поэтому быстро. Мама, я хочу хот-дог там купить. Пойдемте. Нашла? Нет? В телефоне сразу найдем, чтобы показать. А то будем искать. Времени у нас нет искать, ходить. Что она так много говорит, рассказывает? Укачала, да? Ну, потому что в телефон, когда смотришь, укачивает. Не могу. Давай я поищу. Просто пиши тиш или гейминг тиш. Окошечко открой. Подыши немножко. Все, мы уже приехали. Нужно найти сразу, чтобы показать. И не искать долго, не ходить. Ой. Опять эти гномики. Они вечно здесь. Елочка уже стоит. Без глаз почему-то. Почему без глаз? Это столешницу нашли, палку нашли. Теперь нужно за полочками. Нашли. Эти две полки, да? Нужно две брать? Вот это. Нет, как она называется? Алекс или Хелмер? Алекс, видишь, тут не должно быть. А, да, это. Вот эти две. Все? Ну тут написано, что одна стоит 100. Ну да. Ну. Так можно отдельно покупать? Да. Можно вместе. Если целый стол, то дешевле. Если отдельно, то дороже. Вот такие вот елочные игрушки. В прошлом году много было разных. Все, поехали. Взяли по хот-догу. И собирать ты будешь? А ну, в принципе, только ящики собрать и все. Надеюсь, поместится. Такая легкая. Опс. А, нужно кресло подвинуть. Что, не закрывается? Не знаю. Да, но сзади туда закроется. А, да. Нет? Не закроется? А-а. Запихнули. Хот-дог был очень вкусный. Был. А у нас еще есть. Хочешь еще? Да. Мы дома. Так, все, подготавливай место. Ходила, вот бабуля наша. Все хорошо, она у нас дома. А? С вами ходила, что ли? Нет. Ты ее разбудила, что ли? Она сонная. А ты знаешь, что она спит на столе? Почему я ей пришла? Такой удобный опять на стол. Поэтому я сюда пришла. Я его сюда. Я же тут и лежу. Совсем уже. А нашла себе. Положи ее лучше в домик, она сонная. Она пить. Я ее согнала, потом пошла, пока за палочкой. Смотрю, она опять лежит. Нет, она от меня убегает. А как она залезла, если стулья? Мама, ты знаешь, что она вот сюда вот прыгает, тут и потом туда. Да,
она лежит, потом я ушла за пачкой, пришла, она опять лежит. Думаю, я тебе все равно, давай вот ее играть. Никак не могу поймать, она же шустрая. Угу. Потом я не поймала. Понравилось ей на столе спать. Я могу рядом со мной лежать, и она лежала со мной рядом. Что вы купили? Стол она купила себе. Все, будешь... Но он, его же не разбирается, его просто мы уберем к нам в комнату, да? Угу. Там получается, сколько это? Чуть больше. Ну, где-то вот до сюда, да, он будет вот так. Угу. О, ничего себе. Большой. Опять Ксюша мебель собирать. Так ты микрофон будешь себе подключать, да, или он тебе не нужен? Буду. Да? Конечно. Угу. Что-то у тебя стул расшатался, может его затянуть как-то надо? Нет, его не можно. Не затягивается, уже все так. Угу. Маргуша спит? Боня, Маргарита где? Встала, пришла со школы. А? Скажи всем привет. Привет. А то тебя потеряли, говорит, где ты? Думали, что ты уже уехала. Да? Нет, я на месте, просто я вот другим занята. Водичку пью. Вот водичку себе сделала. Маргуша спит. Пойдем, Маргарита, Карина, пойдем. Карина, идем. Она устала, пришла со школы. Шарик такой, да, шарик, да? Угу. Смотрит, как она. Афиона наблюдает, смотри. Наблюдает. Она думает, что там она? Выкрутас. С этой стороны. Вот, смотри. Что она делает? Синячка. Серьезная морда. С Фионой будешь играть? Вот мячик. Боня, мячик. Мячик. Мячик, вот. Фиона, мальчик. Ну, возьми, боишься, что ли? Ну, возьми, не бойся, на, Боня. Опа! Надо там в комнате у меня освободить. Вот это вот нужно сразу... Пылесос я уберу в другое место. Шкаф сюда поставим. Потому что я не знаю, когда шкаф я куплю. Да, Бонь, опять тебя переселяем. Скажи, вечно двигайте мою кровать туда-сюда. Вот сюда. Здесь ты будешь кушать. Вон там ты будешь спать. Так. Все. Готово. Ей нравится. Тем более шурупики, смотри, чтобы она не загнала никакой тебе куда-нибудь. Вот. То есть надо вот эти дырки. Что, не сложно? Вкрутить надо? А где твоя электро? Она там внутри, сейчас принесу. Они все одинаковые, точно эти да. Должны стоять? Внимательней смотри. Да то уже начала вкручивать не то, что надо, не туда. Собрали, теперь полочки надо собрать. Пять штук? Пять полочек. Сильно до конца так не закручивай. На каждую нужно? Вот сюда в маленький, да? А мы можем вот эти коробки ставить на яблоко.
Мы приехали за продуктами, у нас гости были опять. Не дали нам влог снимать нормально. Так, у нас есть 20 минут, а магазин закрывается. Здесь вот все к Новому году уже. Разные конфетки, шоколадки. Ух ты, посмотрите, какой киндер. Ничего себе. Огроменный. Это даже больше, чем киндер Макси. Пердушка. Так, давайте. Что нам еще нужно взять? Чем пахнет? Это, смотри, тут... Она же уже купила себе свечки. Одну. Это к Рождеству. Сколько она стоит? 39,90. Ну, давай возьмем маргаритин. Это индейка. Так, это мясо. Мне еще нужно йогурт взять. Поможешь йогурты взять. Мы еще взяли для Фионы корм. Ксения. Тихо. В машину не врежься, пожалуйста. Так, все, теперь самое интересное, что мы сумки не взяли. У нас только одна сумочка есть. А продуктов много. А сумка только одна. И так очень много. Ну, в одну сумку не вместится. Будешь? Нет. Так, стол мы собрали. Сейчас я приедем. Сейчас приедем домой, покажу. Мы стали собирать стол, и к нам приехали гости. Вот, сидели мы с ними, общались. Ксюша почти сама собрала стол, да? Да. Я чуть-чуть помогала. Первую тумбочку вместе собрали, потом она сама все собирала. Вообще классно, он большой. Очень большой, да? Круто. И полочек много. Вот здесь вот один компьютер, здесь другой компьютер. Просто он не включается, папа должен что-то сделать. Тут такая мышка маленькая. За каким ты будешь играть? За тем? Ты тоже можешь. Здесь пять полочек. Две маленькие, три большие. Ой. Живые обои, да? Угу. Подождик идет. И тут еще кофе или чай. Угу. Опять дым. А знаешь, как я хочу, чтобы были мониторы? Вот тут наверху один и один, который вот так идет. А можно во всю стену сразу? Нет. Один, например, если буду стримить на чат, другой смотреть, как я выгляжу, и тут сыграл. Круто. Да. По-быстренькому сегодня закупились. Я взяла вот такой вот йогурт. Натуральный, био, хочу попробовать. Веган. Вот. Тоже молоко. По-моему, рисовое молоко. И еще вот кокосовое молоко тоже взяла. Веган. Вот я взяла вот такое вот молоко. Из трех злаков. Так, и вот такой вот плавленый сыр с миндального молока. Еще мне захотелось попробовать тоже сыр веганский. И вот такой вот желтый сыр. Так, еще купила кокосовый крем натуральный. Ну и вот тоже молочко. Хочу попробовать спечь блинчики с этого молока. Ну все, в принципе, сегодня так быстренько мы закупились. Мороженое взяли. Так, тут я взяла для школы деткам. Мини-пицца вот такая вот у нас продается, кругленькая, маленькая. Вот, что еще у нас тут. Фисташки тоже любят с собой брать в школу. Что ты хочешь, моя хорошая? А? Так, вот здесь вот тоже какие-то печенья. Паприка Дарвида с паприкой. Разный йогурт тоже бабуля утром завтракает у нас йогуртом. Да, оливки. Зеленые оливки. Огроменные просто. Очень огромные. Ну и все. Здесь овощи, фрукты. Все как обычно. Тут у вас что? Ой, тут даже уже не пройти, а. Так, выключаем свет. Я потом все убираю. Завал просто игрушек, завал. От Ксюши загадка, угадайте. Не шевелись, не шевелись. Кто игрушка, кто плюшка? Don't move. Это игрушка? Да. Да. А это настоящий? Это настоящий. Место. Вот видишь, какая она послушная? Не то, что вы. Собака сразу, он послушалась на место. Ты тоже место давай. Все, давай, тебе завтра рано вставать. Да. Ой! Мама. Я больше его не хочу в руки брать, я боюсь. Он хороший. Нет, он меня укусил. И что? Не хочу. Идем, моя баба Грин. Вот ты сейчас тоже после кошки. Кошку держала, смотри, он может укусить. На, кушать тебе насыпала. Насыпала кушать? Да. Молодец. Иди, иди.
Все, вот видите? Мама, он такой. Смотрите, у нас клетка закрывается очень надежно. Вот так вот. Раз, щеколда. И два. И никакая кошка, ни собака никто не откроет. Видите, все. У нас в надежном месте хомяк живет. Любонька. Никто его не достанет, кроме нас. Теперь пришло мое время заняться собой. Я сейчас хочу почистить лицо. У меня уже заканчивается гель. Нужно заказывать. Кстати, в эту черную пятницу будут хорошие скидки. Хотим поехать посмотреть стулья в мебельный магазин. Хочу заменить наши стулья, потому что уже в таком состоянии. Они спинки прогнутые, все неровные. Сидеть очень неудобно. Зашла я на сайт одного мебельного магазина. Там стульчики, которые я уже давно присматриваю. И у них сейчас идет 60% скидка. Как раз на черную пятницу. Вот, и я хочу купить эти стулья. Поэтому поедем обязательно в пятницу. В эту пятницу. Ну, в общем, там посмотрим. Может быть, что-то и попадется. Или нет, но вот эти вот забились. Все то, что было в порах, вся пыль, которая собирается за целый день. Не получилось сегодня нормально заснять влог. Не знаю, какой он получится, длинный, не длинный, но я в последнее время, вы уже заметили, что я стараюсь снимать длинные влоги, которые длятся не меньше 20 минут. Вот, и не всегда это получается. Например, сегодня у нас пришли к нам гости надолго. Так получилось, что мы долго сидели, разговаривали, общались. По нашей старой традиции я планирую в декабре снимать каждый день, весь декабрь. Постараться, по крайней мере, если у нас не будет вот таких вот форс-мажорных ситуаций. Все. Всем пока и увидимся в следующем влоге. Пока!